хочу рассказать стихотворение. Слушайте меня внимательно. Вся жизнь моя, буквально вся, пока что из одних нельзя. Нельзя крутить собаке хвост. Нельзя из книжек строить мост. А может даже замок. Из толстых книжек самых кран у плиты нельзя вертеть. На подоконнике сидеть рукой огня касаться. Ну и еще кусаться. Нельзя соломку в чай бросать. Нельзя на скатерти писать. Грызть грязную морковку и открывать духовку, чинить электропровода. Пусть даже